Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с заместителем министра спорта России Мариной Томиловой. Речь шла о развитии массового спорта в республике. Михаил Игнатьев отметил, что по этому показателю республика сейчас занимает 3-е место среди других субъектов федерации. Приобщать жителей к здоровому образу жизни помогают проекты «Зарядка со звездой» и «Дни здоровья». Они стали очень популярными среди любителей спорта. Большое внимание сейчас уделяется внедрению комплекса ГТО. Нормативы сдают школьники, студенты, не отстают и ветераны. Накопленный опыт надо тиражировать и в других регионах, отметила Марина Томилова. Она поблагодарила Михаила Игнатьева за постоянное внимание к спортивной отрасли. Сегодня, кстати, в республике стартовала Всероссийская спартакиада трудящихся. Сегодня от Сахалины до Севастополя уже приехали в Чебоксары люди. И то, что у нас сегодня, по крайней мере, мы ожидаем 42 региона, там и больше 1000 человек, и 200 предприятий, но это хороший показатель. Между собой они общаются, обмениваются, находят новых друзей, соответственно, новая дружба завязывается. И это дает нам всем, что хорошее настроение, и будем работать на благо России, во благо развития спорта Российской Федерации.